пятом смотре конкурсе приняли участие представители 9 организаций в номинациях «Вокал» и «Танец». На сцене появлялись как артисты, связавшие свою жизнь с музыкой, так и те, кто пошел на конкурс, чтобы показать себя и защитить честь предприятия. В номинации «Вокал» первое место заняла Ксения Данильченко, детской школы искусств. Второе место Анастасии Синицыной, представительницы детского сада «Солнышко». Третье место занял дуэт родительниц из Межозерной основной школы Айгуль Тубулбаевой и Гульнары Хрычевой. Свежий воздух, сладкая ватага, шелестит ветерок меж лесов и полей. Улыбнулись цветы, поднялась небе радуга. Над Россией моей, над Россией моей. Победа, есть к чему стремиться, как говорится. Я выступала во многих больших городах. То есть для меня это... Я нисколько не расстроилась, мне очень все понравилось. В номинации «Танец» первое место занял коллектив детского сада «Родничок». Второе место у танцевального коллектива «Жасмин» из КДО «Меридиан». Третье место заняла Айгуль Магасумова, представляющая «Рудник Узельгинский». Так получилось, что одна девчонки, у кого времени не было, кто-то не захотел просто, кто-то, может, стесняется. Хотя я тоже стесняюсь, меня прям колбасит. Грамоты за участие получили Ильгиза Ишимгужина, компания «Фаберлик», Наталья Сусанина, «Рудник Чебачи», Виктория Маляренко, детский сад «Солнышко» и Шамиль Хайбулин, ВГСЧ. Вообще-то очень много. Ну, хотелось бы, конечно, поболее, чтобы было побольше людей. Ну, в принципе, чтобы у всех было желание петь. Все-таки творчество это дает многое в жизни. Директор Межозерной основной школы Юлия Вернигора поблагодарила организаторов за возможность показать таланты сотрудников учреждений поселка. Подарили зрителям праздничное настроение гости программы. Старшая группа детского сада «Родничок», Владимир Гилев, танцевальный коллектив «Мармеладки» и Анжела Харасова. Все участники конкурса получили дипломы, грамоты и подарочные сертификаты.